Үті күннен күнді көк экранның өкірәтшілер, радиодан істәтшілер, әйгі Time Out спортивны беріні көрі істалар оғыт, бігі ағаға сапирге білілі микрофонға үтәтші Николай Бестинов, онына меха көмір өқтірі режиссердар Мария Новгородова, онына Николай Слепцов айдын. Де, бүгін бігі бір час ұстата анығыз неделяға, чәпперге ғағаланары тұрар ұлу тренер бұд, Дмитрий Петрович Коркин атынан гран-при турнир. Де бол батаға номно 2 хыл болла. Онан болдағына де күтілях күрақты хебет тула кәпсетләбет. Беребет бастығы чағығар Михаил Дмитриевич Пахомов. Онна беге сығыс бұбыт білген директоры. Онна беге атыр бұд бағас бұд. Олимпиада призеры Александр Николаевич Уйбанов кәрін. Олар үте күннен. Үте күннен алған. Де бастыгатылы Михаил Дмитриевичке беребин бу күрәттехи тәрәһенен туһунан хайдах буланнактык ытыллары бу батага даратта ди. Әлбәкке кәтәһәр, онан бу ел хайдах быгылактык барыгай, онда кимнә хәлехтере. Аты үтегеннән күндә сахавасырын алтыттырас спортду таптачылар. Табыти Николай Петин күддән искәнделәгә бу сүрбәгы сүбәтәгә чыгылага беге улы тренер битатынан международный краттыйт болары турар, бу белән бара турар. Бүгенге көндә кавыллана 11 тазда дүттән команда каләвиттен бигергәтләр, оннан эсе үз команда пока эти визаларны оныгылдылар. Ул күндәгәттән Армения 11 ден Армения, Казахстан, Куба, Белоруссия, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, он Азербайджан билдерлер, он это беги беветлиги не дебут уотер бут тустар уотер ти Полишаттан, Македония тан, Австралия тан калятер. Он это Иран, Индия, он на Болгарии ти билдерин Россия кире виделер на уотер жод. Он то это был на накинер калятер, калятер. Декантик элбату идукалеребит. Би мандык балагыня холобра беветер уотер бул бакка, мана раса тустар балдар тади холобра холобра бигелеген легенерде бит келерлер, оны таһанан агая дойду келере булды дебиттере даганы кесетенгер бу 11 белдетерден 14 дойду булган себепти. 14 дойду була куда. 14 15 беттен оңрор булган накпыт кылабыра. Булган биттен билеңеттен бу качатан кемегер дагы дойду келерлер рхан федерациялар көңүлләбеттер кылабыра киндереметтен биге санкция төбөптен кутналар. Ул энте биге дөрүстүнө дойдулар биттендер биетне поддержкаландар эти. Каляры идёлар. Он тогда 15-чика беги по России вот тен регион артакалялер. Он тогда мне шудах был то состав шудах кустах было курдук. Курдук то состав кем никида питаким нахалялер. Дерек. Урокоту тюгер холобра кистева катта хабу России тенти Дагестан богостра хайилер худетелер тади. Тогда кинерге ти алелие бри мишка итнанне кубок тера болар тади. Волин холобра үгүс атыр бут богостра калбетлер. Ти асиеттен да болун, тохтан чечняттан да бол. Быйыл хайдагай балайне. Быйыл булланы алелие феме болар. Ровно биге ти Коркинте теңе болар. Волин тону Олдор дүнәһен бир шөй туступтыр бияға Дагестантан да бу эребата хатын асиеттен болдун. Кабардина Балкарияттан болдун. Түрдәк маны күстәк тустута калар иде. Ул кудыттан асиеттен олимпийский чемпион бегетте Виктор Николаевич Лебедев табары киниңран дөрбесе дакып калеттах. Кайын тустуктах. Так ким Артур Найфунов олимпийский призер Токио кинете. Американ тустар. Онтон чемпион мира был или не чемпион мира алтын бескеля Шахиев. Шахиев калер меня подтвердигенна. Так ну таганан Жербаев маннабар Жамалов Разамбек Жамалов. Меня калер меня подтвердигем это. Так Касумов вот на Исраил пока блин был Крылов турниргер кайтераман пока барда, но калемне ман барда. Калемне реванш был, не вот это было подкаляны, что было тогда. Жербаев маннавар бе медаль принята федеральной барты хаджуда. Так около дона Ташаваев Малекин Россия, будьте Россия чемпиона бар, когда Закуев Анзор тебе Виктор Рассадин потом на битве голдарга нарфинага туступтера голбора. Был Россия кис побута. Сучков Никита когда Черкоев Гурам день дакустах студентнега андыды чемпиона Спартакиады по Спартакиаде сильнейший был бы чемпиона калер. Вот Валев Владислав теме призер андыды призеры калер. Был Азербайджантан был Европа на мир призера Осман Нурмагамедов тен калер. Также он Спартакиаде сильнейших чемпиона Мамедов Шамильдин Эдер Шурда. Шамиль Мамедов, это был блин-бастык нюмер был, ади. Блин-бастык нюмер, а. Ого, что я ведь. Спартакиада, кеми кайбит, ади. Рашидову кайбит. Рашидову кайбит, а. Во-во. Он оттен, кем, хэттон тогыз киляға, кем калеттах. Белорусия сборная оттен. Магомед Хабиб, кади Магомедов калеттах. Тогда баракалялер толдар шудах кустах астапулова. Это ингрибат бытаде. Вот ингрибат бытак иннер бу калявиттен партивдигин бытра, но билеген тон спорттен спорт буда кемератар амалдан хеп. А тети абаткаджи магамеда беттен да? Абаткаджи магамеда умуннума. Кинемикадер де. Олох ушуй астапулдар бетчаны. Это герле Хорохо яханнага андый чемпионеттер кустах худ астапулдар. Онуттан кубаттан то Андрей Артега денет теми кустах. Эти худбеюс астрел Андрей чемпионе. Ариан кубок мира куда тусуптери. Он рене салас денети олимпийский призер. Садулаев. Садулаев эти шумгулова барты. Он ута атендан кустах спортсмена быт спортсмена калядер. Никогда интереснее было. Же он хами себе интереснее кетер и же бегиттен кем нахтус тохтера. Же холобра Олог кустяхтус туктарб Ариан Тютрин, Эдуард Григорьев, Виктор Рассадин, он надатан. Оттан бегиттен тикара яхантан сагалатакканы лидер бутдарбы бары тусталлар холы бара Ариан Тютрин сагайрер калле, Белорусияга оркемы жамыр калле тустар, Капаловтор тусталлар. Оттан Лев Павлов пока билебет тустара. Пока билебет, он оттан атын тустутабы бары кеселдер. Георгий Йокоркап болуын. Эти Дюлстан свидетель был не барки сельдеркинер. Антон так Григорьев Эдуард Метустар, полный шоколадный тренер того день радушения добро бейбите. Он тескребен Юргун бегетен бей лидер был Метусталлар. Антон Виктор Садин мы комьёхим был сайн чемпионат России трамвала на переселимите улехин пока кибет. Антон ким Сильнобоев Станислав Тустар. О, да. Тугата, да. Станислав Сильнобоев, он Лев Павлов, беги, был этот дерге, был Россия сумеет махманта кирер, он лидер дернахедер, Уолтер Бут. Улханджонерго хотя тумнан хедибтера, да? Тарская кисем бараннер, холба яригинга кеттебахтера, улханджонер Россия кеттебахтера, он тан джебу иркем болан баран, да, бастекларун. Улханчонга, банду улхантаха мы киселдер была. На, онан декета бит, онан, албах пая ки хурьера табиеха. Холобра Станислав Сильнобоев тагот табати, Лев Павлов тагот табати. Джебелин корабы была де. Атер бут андай до атахтан катта киселдер. Хатахтаха мы хачалдер. Ону по табилин жук иннере улханчонга киселдер надо было. Холобра. Де. На что албах пая агастурар был итилерга хоруй бит дебит де. Александр Николаевич катал. Ага. Де бу беги улу тренер бут. Дмитрий Петрович Коркин, атнан кураттыгы бит хылтан хылаксан деп хасырай тубустар тупсан егерде. Дети титула туахан алакыны. Атан кебу икки хыл кураттыгы болбака хыддага беге элбага хытадды бит. Агандас бу тустуну көрөчүлөрөрө болбатак. Вообще спорт хайдитигер тусту хайдитигер элбага хытадды бит. Олехим буллана бу билеген Дмитрий Петрович атынан турнир бит халгы манны хылая бара турдагына хим бир тухата улахан болуга. Онотон ола хайда турар, онун куракта хетерехине дагыны күйүрөр, хастап дагыны күйүрөр. Иннегинен бу билеген хастабы эттилер де, почти андай ди чемпионата. Онун хыдда улаханын трехине болу. Гадячылар кәлән көріқтарын нада. Сөп, оны бұл әлбәк әйтерде, бігі ұвасында бітәнлер білгір. Үңірі бар боларды, онда кері біледі осына қайта болар. Бігі ұвасты бітәрәнде бітер барылар үңірі біледі бар болар. Оны кереті бастық үкінге бес мәқ болар. 200 күнге әттемәк болар. Дондақына 200 күн бейқа финаллар болылар, интернет қуақылар болылар, нұты бейге залбы да ферменентін ең маңды отын күйін, кейәр интернет осқына оны отық бұты. Кейінге түтін финаллар ең. Де оны спортсменлерге, әме әргек сей көрдік, де кайлақтар, меслеспеттер, тренердер тәхіне балдар. Кайлақтар үсі-сүйтігінші балдар. Икис месте обытыр сүйістігінші, онда үйіс месте обытыр бейінідігінші. Онда кайлақ тренерері бейінідігінші мен қатшынан бар болуға. Онда бұл тұқ спецпедистер бұл барсоп, үрінкі бет барсоп? Атаке бейге балештер бұд, бұл балештер бұд оңдылар. Ол бұл бейттен сақавыстерін осынан тұсту номер әдейін бұлайды. Олейін балештер бұд сүлдіғақ бейға берәнелі аттар тұстуқтарға жаллар олеген тұстуыны өбілілер, олеген бұл бәлері банды бұл серия беріне барсовқа ден аңдылар. Оранлар бұл тоқы ұлычымы барсы турнирі ден, бұл Коркин турнирін үшөй тұстығығыр 500 бәйін граммына ақтері беріне үрін көмес барсовқаны бері ақтері. Нағачығай бұл, яғана дағана олықта бұтча оғызар. Оны тетялар атаға чарайыт болар, барсовқа табәті үрін көмес болады. Бастың бөғыс атын албыт бұлманнық бәртәйақай үрін көмес барсовқаны алды. Аңдай дұға көмес барсовқа ден бәді, бастың бөғыс көтіралы. Бірген барыды болады. Бірген оғытты, бітәген кемін болады, Фатызаевқа бар болады барсовқа. Бұрды яғана бар болады, Александр Николаевич? Даже кемеға оқ, Абдулдарши Садулаевқа оқ. Көркен бұт турнирін шөйірістігі өрманды барсовқалыға. Нағашы көйді, бейіне үрін көмес. Күнді істәшілер, күнді көрәтшілер, оннаттон қаған боларын қайыққа. Хорықта бұд ұллах жалады, балығын ебіт ұларияр, қайыр, хорықтар боланы білбәттері болады. Қаған қағыланары бәне бартын кәсеққа. Ата бұй алтыны сүрбә ағыз шығылатар сағаланар, олар өте пәтнесі олар бұла. Анысқы пәтнесі басы күн, 200 күні олағына субботаға, үббәті осы шығылаға триумф орағайы болар бияға. Очағаны үрбілгі болбат. Өрбегі бол бәті. Әйті, хорақтар бағар қолатты аттан келәтшілер құлбаты өрбіл болады деген ұлдары болу, онтан құрақты үйіп болғаны әдеттен ұчат тұқанады. Бәтінесіға, оны құлбатаға болар, онын бітер. Оның болғаны құлбары мәнді кәдер болды қатын, әрдекәл еқатынады. Әрдеға, жеттерге. Құлбары өжетті бұт панденеттен жүйелілер болады. Күнді үстәшілер, күнді көрәшілер білген бейхеге қылғас тоқты болға барабыд, ол кәнеттен кәпсәті бітін салғы қықпыд. Ханата әбін бейхеге Дмитрий Петрович Коркин атынан Гран-при турнир тұла кәсті аларбыд. Күнді үстәшілер, күнді көрәшілер әйге ағаға сәпірге тайм-аут спортивіне беріне көрәсті алар оғыд. Де бүгін бейхеге студия бітігер Михаил Дмитриевич Пахомов, онына Александр Николаевич Иванов ылдетті олар олар. Халгы бекастан ебет ол күрдікде олыс аттақ соллақ білген әтергілой енекі көнгі ғыддер үгіз тұстықтар бұд бары кәдәділер ден болла, оннаттан 11 бағар табылынағына 14 аразда өттен емек әлектірін сөп. Бастың бағыстыр. Сөп, оннаттан Сибир декеттен Холатыва, Красноярскай, Бурятия командаларыттан өсі кімін әқәділдер? Туваттан самайттан дегендері дейін начин монгуш калеттах, бейнетті келе, тұсты калеттах, тікені білергі күдік Европа империзера олады. Оны бұл подумная қайда, де? Подумная қайда, оны Россияға кетпа бұты, Угуев кәнеттен. Ол калеттах, Бурятияттан Евгений Жербаев тен әппеті, мұнаттан бұйылғы чемпионат мира бронза империзера Арсалам Будажапов әме калеттах. Жайда, олық Будажаповынан Азия чемпиона, оны аңды империзера олады. Бейі олаттар бітігер құтана экзамен кәтәхәр. Онлатта бейігі Арсадинтан ораты тоқ бар білген көнгі әттон, енекі көнгі әттер олаттар бар күтталар болады. Сөп. Дәні бачоттағы ғылдеттарға керек? Бачоттағы ғылдеттар бітігер әттен бейігі тренер Константамыт олимпийский чемпион Хаджамран Галсалап кәлер. Анда үстігілі чемпиона олимпиада призера Денис Аргуш кәлер. Онда олимпийский чемпион Азербайджантан тұстығыт Шарип апқалар. Ол күрдігі онды тоқ Белорусия главный тренер Иван Михайлович Янковский, калер беге улданы, билген Багар Джамал Отартултанов калега. Каем девити биремен бар булан каянны калем девити. Уни хенттен билген кине эпицеринге тәһәл девити. Бары Джамалы бәккеден бәкке билеп булады. Оннан тува министреме калета Субудай, спорт министра. Так ким калерунна, судья Лабытыки, даха главный судья Анатолий Алексеевич Ковалев тем болар, в сельских категориях, судья болар, он на олимпийских категориях, судья Базулин Алексей Николаевич тем, кинезам главный судья Улова. Шер, Арсалам Николаевич, эн бу хатуртата ту хадибтен дебу металл презентация тигар, хаддараст, хаскалер кори хаддер капсихара. Наша идёт, это регулярно маманду был, батете, был, буторагат, где бары, хоть дагасты, перед. Братан, триумф, дворец, да еще презентация аста, он оттон буманник презентация аса полон, механабар буманник бумедаллер уже хилай манник варехтер надо было, уже тухтан надо. Этергила прописка, пропискала мы курдук была. Урупала тахилай улария турарете. Она была на бубилиген худах удачный бай унгу. Он оттан ки астендар медальера. Анну. Бехет видео на курдах Евгений Жербаев, Виктор Садин, ами за всю историю проведения Коркинского турнира это лучшие медали девять. Он когда еще бывает, манна Дмитрий Петрович Мессионевар, он на кине бастен итальянцы тугами хатского тухтерами валтерди. Говорит, когда еще бывает, он это идет. То что история это почти барата барат. Он это буквально была на международной то что федерация это эмблема темебар. Это металл день холобора спортсменга уехал хора хадар буллар. Коннуста миттагане проте миттаг хадар валин өйдүлүгү олок тира хадар буллар. Медаль көрө макини сара сразу сахайрана так бетнена так сахайрер. Холобор бу манник металлерин холоборите Иранда гена, Болгария да гена. Америка аданы бу международный турниндерге маннык постоянно бир халыпка төһәрәнәлләр. Онын механа бар бу уже раз презентация барды дагына бу маннык хылай булганнар. Арсен Николаевич, аспыт неделяга беги эми бир улхан кеберекорд дебют бу Коркин турниринне де Александр Крылов керегер бүтән Россия тагы мастерская турнир булды. Оннотон хастаба мие олус күчтәх, онна пристер бит таныш, нашу гидә. Өтереннән бу батах манык тохтап булды. Тоҗетер чемпионнарга 1 миллионны ойнаттылар. Әйтә күрәктетүннән ханан. Атан спортсменнарга бу мандага поощрение уңрар дәүлә ханадалар. Тоҗетәка спортсменлар дәхил газ. Спортивная жизнь очень короткая. Мандагылан коддака уже битеннерер була. Ханга тустаннерен, антан бидейде митен уже тустан битеннерер була. Онан бу кылгас биремегер все-таки бары семья лагы нахтаннар оннан раз олоққа проблема әлбәк булады. Олоқ оңыстағыңа ин онан тәкәлләренә хас күрәктәһе бу маннык призовой фондалары олоқтан елләре һәдәк үчгә. Оннан там бу Александр Крылов турнира эме холобур болла. Анан атында турнирлер итиннек ытылган хәлләре ордыкнарлак булды. Оннан төһәкәлләрнән турнир әлбәгәнәдә. Потому что билеген бары кели хәдәграхан, олондыгар бу манна дойдыбытыгар әлбәк турнир. Оголорга булдын, элеричакка булдын, улахан яңга булдын. Турнирләре итәне хәкнәдә. Әлбәк турнир. Михаил Дмитриевич, это турнир Тулаганан, он эти ровно и кинелинина он голубит, те куркинина он югистер, бо ол крохти екен на халаннар билген биолта бит китта тертнадаларди. А то ну кете бие голубо министерство по культуре и спорту Бейтер кандидат был Бабакар, Россия кандидат и те, кто готовы к этому было. Крылов кена как всероссийский турнир, он Коркин кена международный турнир дин. Он то бейт такой да марамат, Александр Владимирович Табарстан, это мисс Порков да марамат. Именно кин деле не один турбо, потому что когда спортсмены кигроты куда-то с надеждой хлопра, олы кардер билеген бега турнир в Косбор балтер уже бая хлопра. Кратаслер на дальше сборга халлар. Окантен коркинга тустамараннартун делизер булайди. Одакиннер бир келинен искоба олар кудукуна ти атан регионага онукуна неметокудамут он бу подолиянто нокоуче батек бу этенге баранер хлобура. Михаил Дмитриевич билген тобу биги сүмердемет командалар бутун бартын халая хаддер. Онан булана же түгеннен туанан ме ыйтабы булады же билген. Белемне ни вовсе на атын көрүндерге мехайта болтурары, онда бу сыл бүтөнүн нәҗаханлык улган күрәктәйләр балдыр. А тбеге хатбиди көрүндә бүтнен белемне по плану бараны бул хулы. Барасык аспыт неделяга белге куду чемпионат России бокса бүтте теме. Бу ел тбеге ме пенсия күрәктәй дәүләй. Беге лидер бу Василий Гору бастата Сайым Муллана Спартака сильнейшим был буда хлопра. Он охчута бут имеющий дегтаннер и кисмести был бутера команда. Эдерка скиллях спортсменка говорили варината из полбута. Блинкинене Россию именно деми команда ландер Турция отборная хедер. Он то окончен карьера отборная ворота хлопра. Уже эти составки кирен, уже тренерская составка не карьера хедер хлопра. Россия кине. Он то был сул бюджет для улучшения кратолеры такаулана бега, основной кратолеры барты бюджетлер холбора. Чемпионат России барты бюджетлер, только билигин был коркимут халат устуга, он оттан анскалтан уже кидер блахпати. Так билигин бега утриумфка, он тенге тостутере тенге, он тачер разбордна хадалдар, кикбоксер дебут разбордна хадалдар киндер бин, бу капитре кратолеры битам барандар, кемерева Сердитка турнир был, он украл киндер. То шашиста бут чемпионат России тенгеллер, чемпионат мира тенгеллер. То никудук көрүнүн бартынын планы боюнча баратыр. Онда түн элбакки хеже хардананы кетер, хардана бут булайын кайдагы. Харданы билген булана Киргизияжыр, Киргизия бордуна жол контент бу ноябрь Саматыгар кенни тоққа сүрер. Германия марафонға үрер. Марафонға үрер, уже Киргизия составытын үрер кенни. Бастығы ұлықан туға болар. Бастығы ұлықан құраттайды. Олейін бұл аңыттан. Отата беге білеген те Международный федерацияттан официальный туға кәтәе жауд. Көңілі бұл как спортивное гражданство көрі өттен, ол пока аттан. Мунья ханитен бахарлар дебиттер олейн бей пока катая жауд. Онда боксердар бит эме бландара аривори бит болот. Тоотор бириген көңүл бердилерди. Андай дуга Европага кеттерге. Василий Егоров туга аривори яблар битте да. Мартыга Узбекистанга болор чемпионат мира. Онтон главный тренинг капитал жепут. Онтон пока состав белгилеп атты. Но Василий Егоров билген баскы номер булады. Восьмерка сильнейшая тина ором девята. Ол тюмегундан кине тон состав барам дина пита. Шеп наачуге. Дя Арсалам Николаевич. Дя мандуглухан курахтихи вахахиригер болбатага ратта. Бриген Джон хайдагарат тухуду пуланга. Тен халбит. Дя бара телевизордан кора. Дя андойду Россия курахтихитен бара телевизордан коралар. Дя бриген хатилиумка лусаль бахкини муньяплан надо. Дел, когда по батангаратта, эти пандемия, он там были по хачахтар боллар, хим бир условы хандук болла, волин, дяха, еще бад ингри курдук эти хара, удачаларга. Потом механабар, именно по хакеригар тусту перевне медах спор корунга боллар, онан механабар залталар болла. То дете кинедер наха билеген үшөй күрәктәй көрбәт актыры ратта анан бу тутан алган көрәләрен биге политиктер битүдән һәбелүләр анан кәле яктыра дигәнне бу. Оннан кәлен бу биге хаманда бу улатырга яханада хам баграр хаманданы политиктер һәдән өйүдләр. Тактарына бихивалаттар бут тустуллара курахтайдыра табыллыга дихан ибун. Начугай онна өсөтүгүл ханатабыт күндү истечилер күндү көрөчүлөр аныскене деле деп бәтнисеттен хасадаттан кисилер хагаланлар. Она тергала от Гулланду, хайдахту, хайдати яханад. Дед улекуне болар, дед олен, тогда улекуне болар, Аллах эрегей дем болар, эрегей спорт уоргайон Аллах толоруханада, он бевит уатербатегал диаханада, он олимпийские чемпионы андой дуат тахтерен кетте, бу кюнкерсюлер эгер биги кюскеме болухта, потом бетнисе хубота кюнерге биги де эрегейге. Он это был радио, он в телевидении мне был хитер барбулохтера, он вол девятке мне рюкзак келерин. И ха был толрок в себе кития сири, эльбан в себе кития барга махтал, он оттон крахтихи этенгахаргар барабт. Махтал. Кудюс тащилер билигин рапапут Евгений Жербаев, он Виктор Рассадин кирелля доктор. Китюкудинен, что такое билигин биги Бильдер Бричинен нючилы только кухабит, он нам балабакатер. Сегодня у нас в студии так знаменитые борцы, мастера спорта международного класса, призеры чемпионата России, многократные победители Коркинского турнира Евгений Жербаев, гордость Бурятии, и наша надежда Виктор Рассадин. Ага. Добрый день. Добрый день. Ага. Так, Виктор, начни, пожалуйста. Как вы давно знакомы с Евгением, да? И сколько раз доводилось встречаться на ковре? Угу. С Женей я знаком, можно сказать, с детства. С молодежной сборной мы уже начали дружить. И вот по сей день мы дружим, тренируемся вместе, всегда на связи. Помогаем друг другу, вот, на соревнованиях часто вместе, поэтому вот наша такая борцовская дружба, братская, можно сказать, на долгие годы. Угу. Так, ага. Евгений, немного расскажи о себе, где родился и когда начал заниматься спортом? Ну, я родился вообще в Иркутской области, Мукутский район, раньше там был Усердынский Бурятский автономный округ. Теперь он вошел в состав Иркутской области. И, в общем, я с Иркутской области, Нукутского района, села Куйта. Угу. В общем, там родился, там начал заниматься борьбой. Мой первый тренер Соскинов Лев Александрович, мой дядя. И Письменов Владимир Юрьевич. Вот у меня два тренера, у которых я занимался по 7 класс. И после 7 класса уже переехал в город Улан-Удэ, Бурятию. Угу. Там продолжил уже Валерия Николаевича Иванова. Угу. Своего тренера, служен тренера. Угу. И твои основные успехи? Ну, самый основной — это бронзовая медаль чемпионата мира, угу, 2021 года в городе Осло. Вот. Угу. Ну и на чемпионатах России сколько раз? 3 раза был призером. 3 раза? Чемпионатов. Угу. Да. Так, мы знаем, что за бронзовую медаль чемпионата мира тебе подарили квартиру. Ключи получил? Да, все получил. Угу. Спасибо большое руководству, угу, главе нашему Алексею Стамбуевичу. Поэтому нормально поддержали меня, подарили двухкомнатную квартиру. Угу. Так, после чемпионата мира, да, успешного, после чествования там, ты долгое время не выступал, ну, видимо, из-за травмы, да? Долгое время не выступал? Ага. Да, из-за вот, чего? У меня травма была вообще на чемпионате России. До чемпионата России я получил травму, голеностоп, связку порвал, и нужна была операция. Потом сделал операцию через где-то 2-3 месяца после чемпионата мира, и еще и восстанавливался где-то месяцев 5. И полностью восстановился, и уже начал тренироваться. Ну и там тоже мелкие травмы были, в принципе, вот. Можно сказать, это первый турнир мой, ваш Александра Владимировича Крылова, на котором я выступил. Угу. Так, твое отсутствие лидерство захватил твой друг Виктор Рассадин, который стал чемпионом Ерыгинского турнира, да? Как ты оцениваешь его прорыв? И он поднялся в весе. Раньше он выступал на 57, 61, 65, да? А в прошлом году уже стал лидером весе, в твоем весе. Ну, Витя как бы большой мастер ковра, поэтому это очевидно, что он стал лидером. Борец с очень хорошей техникой. Правда, что-то поздно начал переходить. Уже давно могу перейти, подняться в весе. Да, но Витю, кстати, со всеми победами его с Яринским турниром поздравляю. Как этот, жаль, конечно, что на Европу не попал. Так бы мог стать чемпионом Европы. Был бы у вас еще чемпион Европы. Вот так вот. Так, как ты сейчас оцениваешь конкуренцию в весе 70 килограмм? Конкуренция всегда есть и всегда будет. Ребята молодые поднимаются. И старики многие остаются. Поэтому конкуренция в России всегда есть и будет хорошая. Поэтому нужно всегда держать себя в хорошей форме. Так, ты на днях выиграл всероссийский турнир, мастерский турнир памяти Александра Крылова. Вообще, у тебя здесь постоянно везет, да? Вообще, именно в смысле золотой медали, да? Постоянно выигрываешь. Да. Даже удалось выиграть, я помню, Сослана Рамонова, олимпийского чемпиона. И 4 раза выиграл Коркинский турнир, еще и Крыловский турнир. Ну, как бы это сказать, как-то здесь, как будто я борюсь дома. Очень сильно вот эта поддержка влияет на самочувствие мое. Ну, я думаю, как-то они передают, что ли, мне вот эту энергию, силы от себя. Вот когда чем больше людей за тебя болеет, как говорят же, и тем как бы ты себя лучше чувствуешь, лучше выступаешь. Я думаю, это благодаря вашим таким болельщикам, преданным этому виду спорта. Все ребята вот здесь, которые выступают, и наши азиаты со всей Сибири, они за всех болеют, кто особенно красивую борьбу показывает. Поэтому здесь, я думаю, всем ребятам, вот, кто красивую борьбу показывает, везет. Так, в финале Крыловского турнира ты встретился с принципиальным соперником Исраилом Касумовым, да, которому ты проиграл на домашнем чемпионате России в финале, да? Да. Что там не получилось у дома? И в этот раз что помогло выиграть досрочно? Я думаю, может быть, сейчас Исраил был не так готов, как тогда. Я как-то перегорел, если честно. Ну, тяжело. Вот, ответственность давила, да? Да, ответственность давила. И ночью плохо спал, постоянно думал, хотя не хотел думать об этой схватке, но все равно постоянно думал об этом. И когда даже пришел перед финалом, мы боролись самые последние, это поздно, мы боролись, это сколько-то время это было, часов, наверное, 8-9. И за весь день, за всю ночь как-то перегорел, пустой как будто бы вышел, и борьба вообще не пошла. Ну, это, конечно, уже... это... не отмазка, просто там я проиграл. А сейчас я себя чувствовал нормально, хорошо чувствовал, настроился как бы. Давайте посмотрим концовку той встречи. Неожиданный, конечно, счет получился. Сейчас на табло счет горит 5-1. 5-1. Вообще, сколько раз встречались с Касумовым? Какой счет встреч? 4 раза, по-моему, встречались. 3 раза я выиграл. 3 раза, да? И 1 раз проиграл, вот самый ответственный момент, получается, да? На чемпионате России. Сейчас посмотрим, как ты ловко сейчас возьмешь. Еще 7-1 стало, да? Сейчас еще 6 баллов, да? Сейчас 7-1, что ли? 7-1 уже. И многие ждали твоей встречи с Виктором Рассадиным. Да, Витя, расскажи, насколько ты готов и когда мы, наконец, увидим тебя на ковре? Пропускаешь, получается, да, Коркинский турнир? Да, турнир Коркинский я пропускаю. Угу. Как вы все знаете, то, что после чемпионата России тоже вот. Сделал операцию себе на коленке. И пока еще рано мне выступать. Но я всегда в строю с командой, тренируюсь, выполняю работу, которая передо мной стоит. Не хочу расслабляться, потому что такие ребята, как Женя, как Исраил, ну и многие лидеры нашей сборной не дают расслабляться, потому что дашь слабинку и можешь остаться позади. Поэтому всегда тренируемся, готовимся. Но думаю, что к Новому году уже буду стартовать. Угу, спасибо. Вот на видео видно, что Исраил Касумов не пожал руку судье, да? После схватки как с ним общались? Честно, мы с ним не пересекались после схватки. Да? Я сразу убежал на награждение, мы так и не увиделись. Ну, он мне руку пожал на после схватки. Как бы. Ну, видимо, он расстроился из-за того, что там не было 4 баллов, да, он подумал. В первом эпизоде. Я думаю, просто из-за поражения он расстроился. Из-за поражения, да. Хорошо. Так, и Виктор, так, об операции именно на колене. Когда была операция и где делал операцию? И насколько сложная была операция? Ну, крестообразная связка, она сложная, сказали. Я сделал нашего знаменитого врача Вандора Артыша Вячеславовича. Все спортсмены и борцы, и другие виды спорта, все у него оперируются. Я передаю ему большую благодарность, что принял меня в такой кратчайшие сроки, сделал операцию. Ну, сейчас восстанавливаемся, уже лучше чувствую себя. Поэтому в скором времени уже выйду на ковер, войду в конкуренцию. Очень жаль, что ты не будешь участвовать, потому что ты являешься рекордсменом Коркинского турнира. Ты выиграл 5 раз, Евгений выиграл 4 раза, Александр Богомоев 3 раза. Получается, Александр, по-моему, 4 тоже, что ли. Богомоев? Да. Ага, ну 4. Ну, они могут обогнать тебя. Ну, конечно, я буду рад, если именно Женя выиграет, я буду за него болеть. Но также буду болеть за свою команду, за молодых ребят. Но, конечно, у Жени больше шансов выиграть. Женя мой близкий друг, поэтому я буду всегда рядом и буду помогать ему. Сегодня мы узнали, что будет участвовать двухкратный победитель первенства России среди молодежи Станислав Сильнобоев, 70, наша тоже надежда, поэтому будет интересно увидеть схватку с тобой. Сейчас мы прерываемся на рекламу, потом увидимся. Сегодня утюгненен, кунду, рачидар, кунду стачидар. Ото дики 006, ото дики 1106. Нюмердеринен. Италия, где мы находимся? Сегодня у нас в студии мастера спорта международного класса, призеры чемпионата России Евгений Жербаев и Виктор Рассадин. Так, мы сказали, что ты за бронзу чемпионата мира получил квартиру, уже там заселился, да? Да, сделал ремонт, заселился. Живу. Уже сразу, да? Тот же год дали? Да, сразу дали. Сразу. И помимо этого Иркутская область подарила сертификат, не сертификат, а сразу, да? Большую сумму денег. Расскажи про это. Ну вот, в Иркутской области там главный тренер Руслан Аполлонович Баракшонов и президент Федерации Алексей Александрович Дмитриев. Вот они вот как бы запустили такую идею собрать среди меценатов, ну и всех желающих людей. Ну, и любители спорта, суммы, да? Все, да, болельщики. Ну и, в общем, начали собирать, и такую приятную сумму собрали, 1,5 миллиона, и вручили, подарили. Сразу, да? Деньгами? Да, деньгами. Запустили акцию и собрали всем миром 1,5 миллиона рублей. Да. Так, И последнее время, последние годы, получается, да? Последние годы Федерация спортивной борьбы Бурятии всегда поддерживает, да, поддерживает борцов, поддерживает успехи, и даже проводит домашние чемпионаты России. Да? Расскажи про это. Да, это, ну, это основная заслуга нашего министра Вячеслава Анатольевича Дамдин-Цурунова. Ну, сейчас он ушел в другое место теперь. И как бы когда он был министром, вот как раз-таки до чемпионата России, вот он очень много провел соревнований, даже чемпионат мира по боксу в Улан-Удэ провел, чемпионат России, женский чемпионат России по вольной борьбе. Поэтому благодаря Вячеславу Анатольевичу вот эта работа была большая проделана, и тем не менее, в принципе, федерация поддерживает борцов, поэтому за это им спасибо. А призерам России, чемпионам России сколько дают? Сейчас. Ну, будет. Сейчас на чемпионатах России вообще у нас по вольной борьбе бывает, что вообще не дают деньги, ну, призовые. Вот. Это бывает редко, вот как кто проводит, как проводит. Вот у вас чемпионат России в 2016 году, призовой фонд был очень хороший. За первый, по-моему, $10 000 давали, за второе 7, за третье 5. Да, вот и... У нас в Бурятии за первое место давали, по-моему, 200 или 250 тысяч рублей. За второе 150, за третье 100, что ли. Тоже призов на хороший был, в принципе. У нас звонок. Алло. Алло. Местные звонят. Можете позвонить и задать вопрос Евгению Жербаеву или Виктору Рассадину, 32 00 66, 32 11 66. Алло, есть вопрос? Алло. Из Покровской Ермоловской Кремль спрашивает. Евгений Жербаев спрашивает. У бурятского народа сколько олимпийцев? И какой провод чемпиона? У бурятского народа одна бронзовая олимпийская медаль. Базаргуруев в 2008 году, Пекин. Бронза, 60 килограмм. Получается, он был последним, кто завоевал медаль чемпионата мира, да? Бронзу. Да, да. Он в 2007-м бронзовая медаль чемпионата мира. Получается, через сколько? Через... 14, да? Да, да. Ну, Базар у нас боролся за команду Киргизии, со страну Киргизию. Так, еще вопрос. Алло. Алло. Добрый день. Это Владимир Боротников. Я хотел спросить Евгения Викторовна. Вот японские борцы, да, такие же азиаты, да, но что-то у них есть, у них вообще высокие показатели. Из-за чего это? Ну, потому что они отдельная страна, и нет такой внутри конкуренции, как у нас. А вот система подготовок. Виктор же ездил в Токио, да, Японию? Там... Да, был у нас совместный сбор. Там у них, конечно, чуть методика другая, климат, питание совсем другое. Поэтому, да, они, у них команда очень тоже сильно работает. Думаю, ну, у нас, конечно, чуть по-другому, у них по-другому, поэтому... Думаю, что от подхода тоже зависит. Конечно, все-таки очень самая, можно сказать, высокоразвитая же страна в мире, Япония. И японцы вообще народ очень образованный. Поэтому, я думаю, все этим, благодаря этим качествам они как-то воспитывают таких чемпионов мира, олимпийских чемпионов. Еще вопрос. Алло. 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 Миаровна. Аңар. Үтеу күннен олаттыр. Алло. Истәлілер? Қойдан көрді бұл. Оты тұқын телевизор күн радиоған арар? Олаттыр. Көртін турнирін негер мастер-классы ең көрдіріндірді. Көрдірі болатырына қанына. Барынып болары олы емін. Я, давайте отвечу на вопрос, мастер-класс. Мастер-класса такого, думаю, не будет, потому что у нас ребята сейчас готовятся и целенаправленно готовятся. Если есть желание, приходите на открытую тренировку. Мы тренируемся в Центре спортивной подготовки «Триумф». Адрес Союзского, 26. Можете прийти в любое время посмотреть на Женю, как он тренируется, как мы тренируемся. И есть наши гости из Республики Тыва, Бурятия, Якутия, как бы идет совместный сбор. Если есть желание посмотреть на ребят, на тренировку, приходите. Мы для вас, двери всегда открыты. Рабочий вес, Евгений, сколько на тренировках обычно, сколько бывает? Ну, 76 килограмм, 77 бывает. 77. Получается уже, если на боевой вес, примерно 6-7 килограммов, да, скидываешь? Да. На 70? Ну, если я обычно заранее, когда гоняю, я подсушиваюсь. Поэтому вес бывает 75-74. А так... Так, а есть желание вот перейти в олимпийский вес? Ну, как бы, конечно. Сейчас... Я могу в любое время, в принципе, перейти и выступить в 74. Поэтому здесь не такое... А когда планируешь именно? Ну, я на турнирах... Ну, в ближайшее время не планируешь, да? На турнирах я буду бороться, в основном, думаю, 74. Ну, где-то, может, 72, если... В зависимости от веса будет, если большой вес, то... Так, Виктор, сейчас сколько весишь? Ну, у меня тоже... Давно не выступала? Ага. Да, можно сказать, такой же вес, 76... Тоже 77, так вот бывает. Ну, я думаю, это нормально. Да. Выступать в 70 килограмм мы же, ну, это сказать, можно сказать, немного мы гоняем, но это нормально. Человек должен немножко испытывать такие трудные весогонки, как бы. Ну, и все так гоняют, у всех такой вес. Так, получается, уже все будете в строю в январе, да? На Ерыгинском турнире. Тогда, получается, Ерыгинский турнир вообще будет бомбовым. На 70, да? На 70 Евгений будет, Виктор, Исраил Касумов тоже, да? Уже будет уже по-другому, да? Готовиться, и будет уже нацелен взять реванш. Конкуренция вообще большая у нас в России. Да. Еще кто есть? Еще... Анзор, Закуев. Шираев есть, Анзор, Закуев. Вот, Руслан Жендаев. Ну, много ребят. Вот сейчас лигу подобного молодой парень выиграл. Шериф Налбек, да. Ну и вот Шахиев перешел, вроде, я так видел, по последним соревнованиям. Так что конкуренция... Чемпион мира. Да, все, сколько чемпионов мира у нас? Чемпионы мира, Европы, там, каждый второй, можно сказать. Вот, поэтому конкуренция у нас всегда будет сильной, тем более после травм мы вот еще в строй сейчас станем. И думаю, уже будет интереснее, конечно. Так, на прошлом турнире Крылова разыгрывался $1 миллион. Обиделся, что этот не повезло? Не, конечно. Обиделся. Значит, не мой был, не мой день был. Так, и пожелания болельщикам, чтобы пришли до соревнований, потому что пятницу рабочий день у нас. Ага, пятницу и субботу будет. Да, всех приглашаем на этот турнир Коркина. Приходите, будет, я думаю, будет очень интересно. Покажем борьбу красивую, зрелищную. Виктор, как я тоже присоединяюсь к словам Жени. Так как у нас вольная борьба является номером 1 в нашей республике, очень любят борьбу, я думаю, многие найдут время прийти, поболеть. Будет очень много звезд нашего вида спорта. Будет очень интересно и в первый день, и в финальный день. Пятницу-субботу будет, поэтому вот эти 2 дня, думаю, не должны пропустить. В общем... Да, вот. И хотел бы, конечно, всем пожелать, что все пришли, поддержали наших спортсменов, своих любимых борцов. Поэтому будет интересно. Приглашаем всех. Будем ждать. Без якутских болельщиков турнир точно не состоится. Поэтому приходите. Евгений, сколько раз на чемпионатах России здесь выступал? 1 раз. 1 раз? 16-м. И какое место? Да? 5-е место. За 5-е место. Тогда кто на 70? Заурбек выиграл Седаков. Так, за бронзу кому поиграл? Ильдус Гиниятуллин. Так, и твои ближайшие планы после турнира Коркина? Ближайшие планы Где будут соревнования, наверное, тоже выступлю. Там намечается в Нефтеюганске турнир 9 ноября. Может быть, туда поеду, если нормально все будет. А так дальше там. Видно будет уже дальше. Уже 3 вопроса у меня поступили, да, на одну и ту же тему, да, семейное положение. Вот у тебя есть квартира, да, уже лидер. Все есть, жены нету только. Жены нету, да? Детей, жены нету. Да, да. А сколько лет? Женат я. 28. 28. Так что можете прийти на открытую тренировку, желающие, да? И, да, да, конечно. И приходите поболеть за Евгения. Не стесняйтесь, он приходите все. В активном поиске. Этергадалы мандык түгені мечу тұтыму қайын демет үңірабыт. Бары чәл дұрубай болуын, оннатын чәпперге мие бейге бұ беремеға тайм-аут береге мие мандық үрдік интерейіндей өлдеттірі ағылықпыт, онан анығысқы әферге кәрсі қалы дейбет.